Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал. Ой, Леди Дмитрий и ленивый я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях. На канал подпишись, видео до конца досмотри, в общем, поучаствуй. Тебе не сложно? Понятное дело, эта падаль ворочается. А с нас потом спросят, чё, мля, учим их. Тебе не сложно, мне приятно, поддержка мне мотивация, но... Ну, в общем, вы так это и так все прекрасно знаете. Ага. Тут, мля, за них все хорошо, если Том 5 воды дадут. Ха. Хераси, сюда вернется, а у нас тут реально жопа назревает. Да. Ну, мля, прикинь, реально, беспонтовая тема. Тяжело бизнес-то вести, да? Надо было с братовой двигать. Ну. Не, ну реально, была маза подняться, а тут такой облом. Бывает, да. Да, мля, засада. Ну вот, а кто не знает, тем добро пожаловать. Всем остальным тоже. Ну, в общем, вы все понимаете. Так, внимание, вопрос. Если мы это отключим. Че там, че там? Чем я посмотрим? Смотреть-то будешь? Ты чё, мля, охерел? Или как смолить тут? Да не парься, братела, чё ты кайф ломаешь? Так. Да мне вообще пока. Давайте-ка. Горелый без воды оставить на. Давайте-ка мы. Да ну, горелый, бля. Нехер ему делать сюда переться. Так, у нас есть раз, два, три. О, здрасте. Пока. До свидания. Пушка-то где? А? На что-то навожусь? А, что-то пищит. Так, эй, приятель, ты будешь сюда идти, нет? Или что мне тебя там резать? Так, я вот одного не понял. Вот там тоже ходил фонарик. Это какой фонарик? Это еще один фонарик? Так. Хорошо ты, бля, вижу только малином. Так. Это еще один фонарик. И вот, ну хорош писеть, надоел. И вот тот бы фонарик тоже вырубить, конечно. Интересно, что они вообще не отреагировали на этот, ну, на выключение электричества. Главное, давай посмотрим. И в итоге никто даже и не дернулся. Слушай, нет, это там стоит как пришпиленный. Тише, тише, тише. Так, сейчас тогда вырубаем этого. Вырубаем левого. Вырубаем этого. А, так тут... А, ничего себе, так здесь дверь вообще... Ой, какая красота. Вон оно что. Подожди, здесь... Ничего себе ты, приятель. Ух ты, даже прицел какой-то. А, ну это для дробовика, блин. Тут, оказывается, дверь, ёлки-палки. Обалдеть. А, и она закрыта, да? Лежать. А, вон там еще один. А как? Э, братуха, ты чё, умаялся? Да, вот ты чё, тело дырявое! Я по херам! Еще один, что ли? Че, серьезно? Ну что ж. Эй!
Дюльчатая личка, покажи еще раз. Давай, давай. Больно? Давай еще. Вон он, бля, на мешку! Братка завалили с кишками драны! Сам ты? Ничего я не драны. Точно. Ваших валят. Серьезно. Ну это ж вы меня прям так. Ах, а нервишки-то шалят, да? Шалят, нервишки-то шалят. Неправда. Я не петух. Опа, точно видишь? Прям видишь, да? Прям такие видишь, а? Вот ты какой. Больно? Да сколько у вас там, блин? Ну капец, блин. Да. По-тихому не получилось. Прям совсем. Прям совсем не получилось. Эх, ёлки-палки. Где же мой стелс-то, а? О, здрасте. А это что такое? А, ага, понял. Угу. Понятненько, понятненько. Так, ну здесь мы были. Тут все ясно. Тут надо все. Здорово, ребята. Так, что у вас тут полезного? Эй! Алло! Парень! Эй! Ладно, хрен с тобой. Не хочу рисковать. Да и потом, мы же все равно плохую концовку идем. Напоминаю, если вдруг кто забыл. Ух ты. А там внизу толпа народа, да? Мы идем на плохую... Ну как на плохую? Не то, что на плохую... Вообще-то да, на плохую концовку. Прям принципиально, так сказать. Прёмся. Не шибко заморачиваясь. Что такое? Что это было? А, точно. Тут же у нас один подгоревший валяется. Да-да, был такой. Так, а пушку этого... Нет, не разобрал. Это плохо. Надо собрать. А, внизу эти... Рабы, значит, да? Ладно. Не, ну странно, я как бы открыл ему дверь, он вообще не реагирует. Что это такое? Не реагирует. Как там в пустыне-то предложили воду? Отказался. Что значит? Значит, это вода, это жизнь. Отказался от жизни. Все, как говорится. Тебе дверь открыли, открыли. Ты убежал? Ты не убежал. Ну, что тогда? Ну, не жалуюсь. Так. А кто это, я не пойму. Это люди или нет? Это кто там внизу? Ножкой дрогает. Так, тут он... А, вот тут вот спуск, да?
То есть отсюда я бы вылез, и чё? А, понятно. Здесь бы я прошел. Ну, теоретически, да, тут можно было просайгачить. Теоретически. Проползти, так сказать. По-тихому. Но, блин, кто? Кто полезет? Ну, то есть, нет, я, конечно, пытался по-тихому. Это уж да. Куда ж без этого? Куда уж? Уж. Эй, в смысле? Здрасте, приплыли. А наверх как попасть? Алло. Ага. Любопытно. Угу. Ты что, сдурел, что ли? Найдешь. Находилка не выросла. Ё-моё. Он что, этих перебил, что ли? Зачем аптечка? Серьезно? А нафига он этих-то перебил? Ха! Подожди, или они живы? Да не, вроде живы. Хрен поймешь, ну ладно. Живая? Черт его знает. Непонятно. Эй, мадам! Алло. Не похоже. Ну, скажем так. Чё-то пристал. Ну вот тебе аптечка, вот, отстань. Туалет, в туалете здесь что подбирать не надо. Так, здесь что полезного? Чё-то есть, так. Жалко мадамку. Угу. Фу, чёрт. Напугали, блин. Так, ну тут должно быть полным-полно всякого полезного. Здесь народ накрошил мое почтение. Так что давайте, выдавайте мне мои трофеи. Вон их тут сколько. Ты же с дробовиком-то в такой бой лезет. Капец, вас реально тут до хрена, ребят. А, вон туда съехать. И чё это? Свобода! Свобода! Ура! Ура! Ну ладно, побежали, побежали, хрен с ними. Ух ты! Ого, в смысле четырехствольный? Надо будет посмотреть. Так. Список покупок. Перетер с братвой с юга, хотят купить. Сильных рабов 5 штук. Лохматого, чтоб хорошо дрался бойцов, я можно 2. Хорошего домашнего раба 1. Собак большую злючую, чтоб охраняла. Лохматого, чтоб писать и считать мел хорошо, чтобы учет вел. Какой, понимаешь, разборчивый, ребят. Так, подождите, а внизу там что? Я там же не все смотрел, получается, или все? Ну да, свет я выключил. Ну, это такое уж... Что еще? Хорошо. Хорошая вещь-то пищалка. Раздражающая. Периодически. Так, стоп. Я поднялся снизу. Правильно? Правильно. Кормить? Нет. Не про меня развлечение. А вы что? Хрен поймешь. Ну, он их, похоже, при того...
А, тут типа... Ну тут да, тут подразумевается, что теоретически можно и по стелсу. Теоретически. Так, и все что ли? Ну то есть типа вот сделал дело. Сваливай смело, так что ли? О, нормально, бутылочку взяли. Ну похоже на то, дальше идти некуда, только назад. То есть тут мы везде были, все собрали. Блин, а что-то наводится, бляха-муха. Это же ж, блин. Ну, не сказать, что прям... Ну, этого я, наверное, все-таки зря уконтрапупил. Хотя тоже странно, он сидел, не двигался, так вот я вот на этого наводился, да? Значит, у него что-то было. Нет. А что? Тут что-то пищит. Видимо, за стенкой. Ну ладно, пошли отсюда. Чё? Все. Чуть-чуть здесь еще делать. Ай, бляха-муха. Видимо, все. Ну да. Пошли в следующую локацию. Двинули отсюда. Эх, мне бы верстачок, ей-богу. Где там мой? Вон стоит. Ну как мой? Не то чтобы мой. А что, здесь спуска нет, что ли? Да ладно, гоните. Вот же. Не, ну здесь уже все выполнили, а что здесь еще? Все? Все почитали, всех перебили, рабов выпустили. Что здесь еще делать? Хотя тут, ну, выпустили, выпустили, ладно. Толку с этого, по сути. Наверх вроде залезть нельзя. О! Барон говорить будет. Всем слушать, барон говорит. Давай, жги. Так, мужики, разговор для своих. Так что лохматых от радеек подальше. Давай, жги. Сделано? Хорошо. Братва, дошло до меня, сказал и звонил, мол, что я зря Егорку потного сжег. Типа Егорка был малый, четкий, резкий, а я его за какую-то байку для лохматых угробил. Подумаешь, нажрался и при рабах в священное пламя подстал. Ну, Каталу понятно, пришлось вот сейчас кончить, тут поделать нечего. Если он кому должен был, вдовы спросите, она баба видная. Но чтобы у нас с вами, братва, особенно с теми, кто недавно прибился, непоняток больше не возникало, я так скажу. Ответьте на один вопрос. Почему они нас слушают? Потому что боятся? Это верно. Да только страх перед человеком, он дело такое. Если жизнь такое говно, что терять тебе реально нечего, то будь ты самый, что ни на них шмырит лохматых, а бунтовать начнешь. Оно нам надо, мужики! Нормально. Нет, мужики, оно нам не надо. Поэтому и нужна лохматым вера. Вера высшей силы, делающей мир таким, как он есть. Делающий господина господином, а раба рабом. Это не человек с ружьем, а сама пустыня, сама вселенная установила этот порядок и бережет его. Власть, что держится только на пиках и кончит, причем быстро. А вот власть, которая стоит на пиках и вере, она навсегда. Вот о чем всегда помните, мужики. Вот почему я вам говорю. Видите, что раб не верит в священное пламя? Убейте его! Это убыток, да, но оно того стоит. Поймите, этого хочет священное пламя, этого хочет вселенная. Разогнул. А я хочу, чтобы у нас с вами по этому вопросу больше непоняток не было. Всем отбой, барон сказал. А так, а кто здесь вдруг музыкой страшный? Стоп, а я вот этих ворот-то не находил. Может, я все-таки что-то пропустил там? Ну-ка, что на карте?
На карте отметка вроде появилась. Да черт его знает, ну а что, мы рабов выпустили, там везде походили, спуститься вроде было некуда. Здесь мы были, по-моему. Собак, ну продолжить пищить на что-то. Че уже? Так, нет. Нет, тут он опять что-то показывает. Не, ну здесь-то мы везде были. Да, и тут мы вылезали. Ладно, короче, пойдем отсюда. Считай, что побывали. Четверостволку я убрал, потому что, ну, на этом уровне сложность. А против кого? Если только появятся какие-то твари, вроде тех же библиотекарей, потом, ну, можно поставить. А так просто ее фигачить, ну, просто расход патрон будет этот лишний, и все. А толку-то? Как, четыре ствола против кого здесь? Тут двустволка в упор, если она кого хочешь уничтожает разом. А так в два ствола фигачить, ну, уж, ну, я имею в виду два сразу, вот это, ну, нет. Немножко это, расточительно будет. Короче, если появятся какие-то прям реально жуткие твари, типа, может, той же медведицы, помните, да, там мини-босс был? Или там, не знаю, кто еще? Опять же, библиотекари, да, вот. Слушай, что, кто-то есть, да? Он на кого-то это, музыку включает. А на кого, непонятно. Водичка. Бежит водичка. И стучки на косичку. Животненький булькает чай. Так. Вот против библиотекаря я вдруг реально подумал. Это интересно. Ох, ничего себе. Рашпиль, я в аэропорту. Прапор все по делу тер. Мои лохматы раскопали вход в тот ангар. Ты должен это видеть. Не врал, хрен старый. Тут реально до войны барахловало. Я без понятия, как вояки про такое забыли. Знаете, правда, жучил этот старый рассказывал, что туда прапора всякие ненужные барахло скидывали, чтобы не списывать. Может, прапоры все-таки. Точно говорят, до войны народ жир вообще бесился. В общем, никому ни слова. Бери лохматых, бери машины, все и тихо ночью без фар, чтобы даже демон не углядел. Ничего, рви сюда. Надо по шустряку все самое ценное вывести, пока мужики не вкурили, а то пойдет жара. Потом барон все себе заберет. Пока можно, берем все, что получше, тащим к себе и сидим на нем ровно, типа мы не при делах. Ага. Это мне. Ага. Да твою мать, а чё так далеко-то? Офигеть. Ничего себе дальность, блин. На чё он реагирует? Он пищит, попискивает. На чё попискивает? Вообще непонятно. Кто здесь? Просто включается музыка. Здесь же нет никого. Чё музыка-то включается? Кого нет? Кого не видно? Но музыка стоит пальнуть погромче, врубается музыка. То есть как будто кто-то на тебя агрится. Кто агрится? Где? Непонятно. Блин, ну вернуться туда, конечно, придется, да. Может быть, даже раньше, чем мы на основного этот... к поезду к нашему вернемся. Не, ну, это даже без вариантов. То есть то, что мы сначала туда, а потом уже там к поезду и все остальное, это, как говорится, даже не обсуждается. Так. Ой. Вот это плохо сейчас было. Эх, дохнет карточка, блин. Сразу дохнет. Плохо. Рано и дохнуть там. Так, ну это явно на что-то внизу он. Тише. Не хулигань. А может вот на эти штуки. Я до сих пор ведь не знаю, какой, так сказать, диапазон у этой пищалки. Ну то есть вот насколько широко этот луч берет. Непосредственно по прицелу или все-таки есть какой-то там, ну не знаю, несколько сантиметров влево-вправо.
Просто если есть, то тут он может на что угодно так реагировать-то. Все. Может, тут просто дофига вкусно. Опять же слышно какие-то ахи-вахи вокруг. То есть слышно, что кто-то где-то шебуршится, кто-то где-то скребется. Где и кто, непонятно. Звук есть. Слушайте, похоже, все. Так, и вот сейчас, внимание, вопрос. У нас появилась еще одна точка. Почему она появилась там, откуда мы, по сути, приперлись, блин. С одной стороны, это хорошо, потому что сейчас туда метнуться быстренько. Вот, быстренько. Блин, мне бы домик какой-нибудь. Верстак нужен? Верстакат поблизости. Вот единственный дом, он там сзади. Ну или на этот объект поедем. Поехали-ка на этот объект, да. Так, что тогда меняем? Зажигалки на обычные. Хорошая эта вещь, зажигалки. Только один минус. Кончаются быстро и делаются дорого. А тогда все хорошо. Так, тише. Так, давайте-ка сообразим. Нам сейчас вообще куды? Так. Ну, видимо, вот сюда. Потому что туда это, я так понимаю, к барону. Это вообще что за место? Так. А хрен его знает. Тут кого-нибудь видит? Я никого не вижу. Люди. И куда мы приперлись? Мы приперлись на знак вопроса. Спасибо за информацию. Стой, предъяви пропуск. Да я с удовольствием. Вам какой? У меня есть из кинотеатра. Есть из Макдональдса. Ух ты. Чувак забаррикадировался напоследок. Ну, его тоже понять можно. Жить захочешь, не так раскорячишься. Хм. Это да. Фу. Да уйди ты. Паучья морда. Не, пустыня все съела. Слушайте, блин, где лестница-то, ё-моё. Так, у меня будильник не должен уже звенить? Хм. Выйти. Я вообще на сколько поставил-то? А, уже должен. Скоро будет. Все нормально. Ну, долго слишком. Играю, как мне кажется. Здрасте. Давно здесь лежишь? По внешнему виду, да. Ага. Ну, видимо, нам туды. Других-то вариантов я что-то и не наблюдаю. Конечно, сюда бы ночью лучше прийти, но нас что-то никто не атакует. Значит, все норм. Значит, все норм. Нас на поезде ждут. Ну ничего, ждут, подождут. В конце концов, их там много, а я тут Артём. Кто-нибудь видит хоть что-то отдаленно напоминающее лут? Ну хоть что-нибудь. Я нет. Здание тут, конечно, есть. Слово, ну, то есть. Ух ты, вертолетик. Эх, хорошая машина, наверное. Хотя, брошенная. Наглухо. Ну да, а много ты на ней против того же демона сделаешь? Это же дура на тебя кинется. Не соображая, чё куда. Как в этот, кишками в винте запутается, и все, и привет. То есть как бы демонов еще нарожают. А вертолета в современных реалиях хрен достанешь. Такие дела. Еще вертолет. Ай, Тёма отожрался, не пролазит.
Раскормил тебя, не раскормил. Главное, что-то пищит, а ничего не понятно. Не реагирует. Кого не видно. Вроде нет никого. Здорово, лохматый. Интересно. Так. Вижу ящик. Вижу кровь. Так, возьмем-ка мы дробовичок пока что. То что-то мне... Пулеметчик. О, пошел я отсюда. Не против я выйду. Ага. Кто-то на стяжку встал. А чё, ребят? Вот кому здесь нужна четырёхстволка? Скажите мне на милость. Нет, я не знаю, может, конечно, на... Как его? На более высокой... Да. Тебе, уроду, было уже сказано, что тут все наше. А тебя еще раз увидим, порешим. Было? Но теперь... Выходи, сука! Иди, сука! Кого? Я одного не понял, откуда гранат прилетел. Так, ну мне надо лут собрать в любом случае, так что эти ребята пока пусть тут развлекаются. С кем-то там воюют. Ой-ой-ой. То есть эти ребята, значит, не в курсе, что к ним гастролеры приперлись, да? Бля, радиация трещит. Так, ну ладно, у меня будильник, во-первых, прозвенел, так что давайте перекурим. Небольшой перекурчик, и потом продолжим.